За 3,5 роки, відколи в Україні з'явилися перші переселенці з окупованого Криму та Донбасу, ситуація з їхніми правами та облаштуванням погіршилася. Міністерство, яке покликане вирішувати проблеми внутрішньо переміщених осіб, комплексно не справляється з завданням, вважає голова Координаційної ради Всеукраїнського громадського руху «Сила права» Андрій Сенченко. Замість міністерства варто було б створити державний комітет, куди б увійшли усі, хто займається проблемами переселенців. На самом деле проблемы есть и пенсионные, и с документами, и с перемещением на оккупированную территорию и обратно, потому что люди вынуждены ездить, решая свои, так сказать, жизненные задачи. И вопросы трудоустройства, и жилья, и социальных выплат, и многие-многие-многие другие. И эти проблемы сегодня в стране системно не решает никто. То, что 2 миллиона человек, а сегодня я только насчитываю пострадавших от российской вооруженной агрессии из тех, кто живет на свободной территории страны. Основная масса из них – это переселенцы. Эти люди брошены властью, это совершенно очевидно. То, что эта власть так и не изменит свое отношение к этим людям, это тоже очевидно, потому что они уже понимают, что это озлобленная часть населения. И она озлобленная не просто вот в силу каких-то причин, а в силу бездействия украинской власти. Они понимают, что эти люди никогда не будут за них голосовать на выборах, и они их уже списали для себя как потенциальный электорат. Вот этим диктуется отношение власти к вынужденным переселенцам.